остановились на том, что 2-1. Продолжим запись. Будем улучшать результат. Терпимо. Да, тишина. Друг молодежи. Товарищ оппонент, ходи уже давай. Thank you.
Ямана. На-на-на-на-на. Хитрый план. Получилось сделать хитрость. Что, неужели еще раз может? Да вот и что? Серьезно. Что-то у всех прям по несколько одинаковых трюков. Еще и Трамп. Чего? Интересно. Чего? Надо вот настраивать, ну, настраивать часы. Uh-huh. Я сначала думала, что как бы я проверяю приложение, просто скачается оно по этой ссылке или нет. Uh-huh. Но смысл в том, что часы, в которых постоянно будет сим-карта, и которые... Ой, у тебя же запил. Угу, что ж, ну, на чём? И там на них постоянно расстаётся интернет. С часов. Uh-huh. И на время перед... Ну, когда я буду передавать, надо будет их ещё заглушить. Всё хитро. Все выглядит посимпатичнее. Что именно? Ну, раздача для меня.
Да, понятно, что порадуется сейчас. Это хорошо. Могу я смотреть на это? Это было все очевидно. Красавчик. Вкусненько. Значит, другие звуки давай. Так. Увлекательный поиск оппонентов. Наконец-то он нашелся. Оппонента тоже немножко скрючит. Угу. Но он не растерялся, нашел выход.
Нет, не скрючит, все у него в порядке. Прекрасно, я очень за него рад, скажем так. Но не искренне.
Ебаная связка там. Оппонент в раздумьях. Вроде как жизни много, существ много. Вроде как можно и в атаку начать бегать. Может быть, да. Хитрый жук. Сейчас будет отстрел моих. Странный выбор. Очень глупый выбор. Ты его размажешь. Да, следующим ходом. Если у него сейчас массового ремувала, конечно, нету.
одну черную и зеленую. У нас ремовалов не бывает. Ох, это, конечно, хорошо придумал. Конечно, я мог на флайнг это положить. Но так страшнее. Блоки ставятся. Этого недостаточно. Даже. Этого хватит. Получилось. Сердце горит. Рамы ломим, гнутся кто-то. И шею тоже. Так. О, красный шар. Когда будем помело кушать? Нет. После этого. Хорошо. А как во время? М? А как во время это? Ну, я могу просто параллельно чистить и...
Маленький артефактик. Не помогли ему чудо-артефакты халявные. Чего дать? Спокойно. А, так оно спокойно. Угу. Ой, скосиствуйся. Спокоен, как лист на ветру. Ла-ла-ла-ла. Сердце горячее стало. Который делает. И кто проживает на дне океана, Спанч Боб. Всегда в лице, потом говорю в небе. Как я не понимала остальное. Чего не понимала? Ну, Спанч Боб поняла дальше. Squarepants? Эквамерлин. Квадратные штаны. Спанч Боб, квадратные штаны. Что думаешь? Ну, расклад. Нужно смотреть, а она, чтобы пришла. Сейчас она будет вовремя. Ох. Пу-пу-пу. Ладно, два есть хода, чтобы ее взять. Мы же верим в это.
Круши и ломай. Строй и дестрой. Ля, мамочка. Вот это не псина. Вы можете кальций взять? Смена дислокации небольшая.
Ну, выглядит эффектно. Посмотрим. Это хорошо. Сейчас будет битва с финальным боссом. Увлекательно и интересно. Самый молчаливый мой стрим. Склад. До третьего хода ничего не делать не очень нравится. Терпимее.
Белая придет. Ну, ё-моё, большое спасибо вам за чудесный манон. Что-то нехорошо. Не пришло маны. Белый за 3 хода не поднял ни одной маны. За 4 хода не поднял ни одной маны. Жестко насыпали тут. Да ё-моё, ребят, ну серьезно, сколько можно без маны? Пятый ход. Сколько там? Ну да, пятый ход, он 5 маны у оппонента, у меня 2. Ему каждый раз дают? Угу. Кому-то одному дают доступ? Нет. Почему ему не дают? Ой, плохой план. Да, магнит. Ну, финальный босс кто обещал, что будет легко, никто не обещал. Я очень, конечно, признателен за такой прекрасный расклад, но мне кажется, какая-то хрень. Как-то не должно быть так, когда за 6 ходов ни одной маны не пришло. Да не, специально не бывает, просто очень страшный, стрёмный расклад. Убогий, скажем так. Прикольно. А сколько еще можете мне ходов без маны держать? Интересно. А он видит, что тебе? Да, но он же видит, что нет маны. Ну да, тут вот. Я удивлен, что он до сих пор как бы не начал бегать в атаку. Ну что, что? Можно мне белую ману? Пожалуйста. Ну, спасибо.
Ну, хорошая, как бы, еще бы, как бы, ходов 5 назад, вообще бы у него бы всего вот этого стола не было. Он бы не смог развиться. Но сейчас, как бы, шансов не очень. О, ну, вообще ноль. Сейчас все плюс один, плюс ноль получат и... Да. Ускорение, угроза, все вместе. Все, меня убили. К сожалению, заблочить не могу. Но это как бы... Извините, это была полная хрень. Арена показала свое подлинненькое личико. Но было прикольно все равно. Колода может, если бы не вот этот прикол с маной, разнесли бы в клочья тушканчиком. Но имеем, что имеем. Этот результат тоже хороший. Спасибо за просмотр.